Цифровизация стремительно меняет мир вокруг нас. Интернет-магазины, маркетплейсы, социальные сети. Сейчас при помощи их в любое время дня и ночи, без перерывов и табличек переучет, можно купить практически все. Корреспонденты ОКС ТВ совместно с представителями детского объединения по интересам «Телестудия МАК», районного центра творчества детей и молодежи узнали у сморгонцев, пользуются ли они услугами интернет-магазинов. Покупаете ли вы в интернет-магазинах? Конечно. Как часто? Очень часто. Что покупаю? Различные товары, одежду, электронику, ну и многое другое. Каким магазинам отдаете предпочтение? Валберес, Озон, Алиэкспресс, 21 век. Нет, не боюсь, потому что я умею читать, и в пользовательском соглашении все прописано. Как вы оцениваете работу интернет-магазинов? 50-50. Совершаете ли вы покупки в интернет-магазинах и в каких? Да, Валберес в основном, Озон. Через Инстаграм много магазинов с одеждой. С опытом есть возможность анализировать, есть возможность заказать в размер одежду, обувь. Вот, бренд уже знаешь, качество знаешь. Ну, как-то, не знаю, наши магазины вообще не посещаю вообще. Если выбирать в плане товаров из одежды, обуви, это все онлайн. Либо же Минск. Скажите, пожалуйста, не боитесь ли вы мошенничества? Ну, как-то стараюсь проверять. Вот, есть, да, слышала, что такое бывает очень часто. Ну, стараюсь проверять. Пока у меня такого ничего не случалось подобного. Я очень тщательно подхожу к выбору продавца и магазина, поэтому я очень довольна. Совершали ли вы когда-нибудь покупки в интернет-магазинах? Ну, совершала один раз, когда еще было мне лет, может, 18-19, пока детей не было, а теперь как много детей, 5 детей всего. Ну, бываешь на Валберсе, закажешь ребенку какой-нибудь рюкзак там в школу или костюм какой-нибудь. Боитесь ли вы мошенничества, столкнуться с мошенничеством? Если быть аккуратно, проверенным быть всегда, как особенно ты знаешь статьи, я по профессии юрист, как бы, ну, не закончена, но все равно еще знаю законы, и как бы, чего бояться, если ты людям... Просто людей надо как бы сильно не бояться, просто доверять. Если ты доверяешь людям, чего бояться? Интернет-магазинов как бы немножко выгодно в том, что не надо ходить по магазинам, выбирать. Можно просто по интернету заказать, себе и доставка будет, можно и домой доставку. И как бы по интернету намного быстрее, и время уделенного много там не нужно. А как маленькие дети, особенно дома есть, то... Времени больше детям уделяешь, а если что надо, быстренько достала телефон, по интернету заказала, и все, больше ничего и не нужно. Я заказываю по 4-5 пачек памперсов ребенку, это вообще очень хорошо и удобно, не надо бегать по магазинам и искать что-то покупать. Совершаешь ли ты интернет-покупки и в каких магазинах? Да, совершаю, на Валбрисе заказываю вещи. Не боишься мошенничества? Ну нет. Часто ли ты совершаешь покупки в интернет-магазинах? Нет. Каким товаром отдаешь предпочтение? Ну, одежде, наверное. В чем преимущество интернет-магазинов? Ну, может, качество, может, цена. Пользуетесь услугами ли вы интернет-магазинов? Нет. Почему? Потому что мне лучше посмотреть товар, пощупать его и потом купить.